Значит, смотрите, продолжаем делать мануальный массаж спины, переходим к шейно-воротниковой зоне. Для этого мы встали со стороны головы человека. То же самое мы делаем, если он будет сидя, наклонив голову на стол, например, да, работать. Для этого нам надо максимально раскрыть плечи и вот эти вот мышцы трапеции. Поэтому просим ладонь на ладонь положить и лбом на руки. Сами чуть-чуть приседаем, чтобы было пружинистое такое у нас, пружинистая осанка, чтобы не портить, во-первых, себе собственную спину, да, мы можем маневрировать выше-ниже, а во-вторых, это помогает в работе. То есть мы будем движение передавать от стоп к рукам, чтобы наши пальцы меньше уставали. Потому что когда клиентов много, это действительно, ну, тебе знакомо, да, это для пальцев действительно большая проблема. Вот, с этой стороны мы что делаем? То есть, считайте, что когда мы переходили, да, к человеку сбоку к голове, это был сет номер один. Сейчас сет номер два работы с шейно-воротниковой зоной. Ставим руки для растирания вот так вот, ладошки, да, и растираем с обеих сторон одновременно все плечи, можно доходить даже вот до рук. Это поперечные были растирания, теперь продольные. Быстро, 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 чтобы слышно было шорох такой, да? Далее большими пальцами обходим акромиальный отросток, вот эту вот косточку, да? И как бы отодвигаем плечевые мышцы, дельту, да? И плюс от лопаток круговыми такими мягкими движениями отодвигаем мясо от костей, доходим до, возвращаясь обратно до трапеции. Этот прием называется крылья ангела. Мы практически, вот видите, нарисовали перышки, 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 и вот нарисовали крылышки. Вернулись обратно. И теперь от шеи, мы помним, что посередине идет отростки, да, остистые. По бокам два пучка мышц. Эти мышцы мы от отростков отодвигаем в сторону. До лопатки прям доходим. Отодвигаем. И следующий прием. Целиком всю трапецию разминаем. Для этого делаем, получается, ну как бы вот сколько сможете? Раз, два, три примерно зоны приложения усилий. Раз, два, три до конца, да? И одну большую. Вернулись обратно. И установили теперь руки только с одной стороны. На этом как бы получается сет номер два закончен. Дальше начинается сет номер три. Смотрите нас в следующем видеоролике.